100 свиданий я провела за это лето. Ну, Итак, как найти нормального мужчину? Да, да, и вам придется ходить на свидания. Пусть даже и 100. Когда работу мы ищем, мы же ходим на собеседование, мы выходим на работу и проходим какие-то тесты, подходит, не подходит. Так, а почему не так же с мужчиной найти? И на велосипеде поехать с ним, и в кафе встретиться, и в бильярд пойти, и просто прогуляться, и просто создать некую провокацию. Я вообще очень люблю провокации делать, потому что с первого же мгновения человек раскрывает свое истинное лицо. Во мне принято качество и провокатор, и манипулятор, и эгоистка. Вот, поэтому я ходила на свидание, и как раз-таки моя задача была вот в первую очередь опыт приобретать в психологии отношений с мужчинами, именно потому что мужчина не раскрывается до конца, когда он приходит на сеанс, но когда на свидание он открывается полностью, он начинает тебе рассказывать о своем прошлом, о своем будущем, о своем настоящем, там правильно столько вопросов задавать, и он тебе вскрывает все. Поэтому я нашла очень много клиентов для себя, и по сути для меня этого было достаточно. Поэтому как встретить здорового мужчину? Самой инициировать свидание, самой ходить на свидание, ну и что на велосипеде поедем. Я вот на днях работала женщина, она говорит, и что мне с каждым спать? Я говорю, нет. И вот я ходила на 100 свиданий, ни с одним не переспала. Одно свидание, и было достаточно понятна картина, кто из себя что представляет. С некоторыми мне было интересно на вторую встречу пойти, а с некоторыми совсем, потому что в основном женатые. Их женщины уехали в Европу в эвакуацию, а мужья ищут себе приключения на задницу. Поэтому ходи на свидание, разреши себе свидание, разреши на встречу. Ты можешь себе это разрешить. Просто убрать вот эту вавку, что если я иду на свидание, в первый же день будет секс. А секса я не хочу, поэтому я не иду на свидание. Да, мужчины провоцируют на секс. Но когда я тебе даю чашку кофе, ты можешь это взять, чашку кофе, а можешь не взять. Также мужчина, он предлагает тебе, его задача предложить тебе, а твоя задача уметь красиво сказать ему «нет». Знаете, часто женщина, он говорит, я боюсь сказать ему «нет», чтобы не обидел мужское достоинство, чтобы там то. А я говорю, а свое достоинство ты не боишься обидеть? А вот. Ну, мало ли что есть, например, ты приходишь на работу, и работодатель хочет, чтобы вообще ты бесплатно работала, но при этом ты же не соглашаешься.